Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я буду делать хе. Это корейское блюдо, холодная закуска. Готовится она с сырого мяса, маринуется в уксусе. Но так как я вообще не ем сырое мясо, поэтому я вам покажу рецепт, как делаю его я. Я немножечко мяса буду готовить по-другому. И для сегодня, для хе нам понадобится мясо. Я взяла говядину, потому что я, в принципе, с другого мяса еще не пробовала. Поэтому обязательно буду делать с говядиной. Морковь, лук, чеснок, уксус, масло для жарки, перец черный молотый, соль, красная паприка сладкая, кориандр и обыкновенный черный перец. Для начала я нарезаю соломкой мясо. Я его слегка чуть-чуть подморозила, чтобы оно легче резалось. Очень-очень мелкими, тоненькими полосочками сейчас я буду нарезать. Ставлю на плиту воду и довожу ее до кипения. Вода уже хорошо закипела. Я воду не солила. Сюда я опускаю мясо. Прошла ровно 1 минута. Смотрите, мясо еще не закипело. Ему кипеть не надо. Все, я снимаю с плиты. Откидываю мясо на дуршлаг и сразу же промываю холодной водой. Мясо даже не кипело, оно просто постояло в кипятке ровно 1 минуту. Я не снимала накипь ничего, потому что сейчас я все хорошо промою. То есть мясо, посмотрите, оно не вареное, но в то же время оно не сырое. Мясо берите обязательно вырезку говяжью. Вот так она быстренько вся приготавливается, видите? Теперь я нарезаю полукольцами лук. Тоненько. И нарезаю соломкой морковь. Ставлю на плиту сковороду. Наливаю масло. Масла много не наливайте, потому что нам придется сейчас отдельно пассеровать лук и отдельно морковь. Поэтому я взяла где-то 25 грамм масла. Пускаю сюда лук. И буду пассеровать до такого прозрачного цвета. Вот видите, лук уже изменил свой цвет. Постоянно я его помешиваю. Уже такой мягкий. Он пассируется, бланшируется в масле. Но ни в коем случае не надо его зажаривать. Вот буквально еще пару секунд. И уже все, лук готов. Видите, он чуть-чуть изменил свой цвет. Все, лук готов. Теперь я в сковороду наливаю еще 25 грамм масла. И точно так же пассирую, тушу морковь. Морковь тоже уже почти готова. Видите, она тоже стала уже и цвет немножко поменяла. Стала немного прозрачней. И такая стала мягкая, податливая. Но ни в коем случае не зажаристая, видите? Я ее постоянно мешаю. Теперь
все, морковь тоже готова. Лук, морковь, мясо, все готово. Теперь можно приступить к заправке. Я хочу сказать вам, что под видео в рецепте я пишу, сколько чего я положила из приправ, но вам посоветую делать на ваш вкус, потому что кто-то, может быть, любит, чтобы было поострее, может быть, немножко больше уксуса, меньше уксуса, побольше перца, поменьше чеснока, ну и так далее. Поэтому сейчас я буду делать так, как делаю я, а вы экспериментируйте. Первонаперво я выжимаю сюда чеснок. Черный перец молотый. Сладкая паприка. Кориандр. Перец горошек. Все это посолю. И добавлю уксус. Перемешиваю. Хе или корейский салат готов? Знаете, он настолько вкусный, я его попробовала. Попробуйте, сделайте обязательно. И если вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на сегодня прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока!